30-летняя Татьяна Брахунова поделилась откровениями о том, какую еду считает приемлемой для новогоднего стола. Молодая супруга 74-летнего Евгения Петросяна рассекретила свой праздничный рацион питания. Брюнетка отдыхает вместе с мужем в Германии. Юморист находится там на гастролях. Несколько дней супруги провела в Кёльне, а затем переехали в Мюнхен. Брахунова жаловалась, что ей трудно найти для себя подходящую пищу в Германии. Девушка сидит на диете. Она не ест мучное, отказалась от круп и вредной еды. Католическое Рождество пара встретила в городе, известном всем любителям футбола по клубу «Бавария». Татьяна показала несколько блюд из праздничного стола. Она несла тарелку с мидиями и морепродуктами. Девушка также продемонстрировала пока что упакованные роллы. Жена сатирика отметила, что уже давно ограничивает приемы принятия пищи по времени. Праздники не являются исключениями из правил. «Я много лет не ем по ночам, поэтому 31 декабря ужинаю в привычные 19:00», отметила брюнетка. Россиянка рассказала, что любит на новогоднем столе немного вкусностей. В Новый год она не отказывает себе в цитрусовых и сладостях. «После боя курантов, закидываюсь разными вкусняшками вроде мандаринов и шоколада», резюмировала Брахунова. Недавно Татьяна тайно вышла замуж за Евгения Петросяна. Она резко ответила хейтерам, которые пытались осудить их брак. Брахунова случайно засветила супруга в Германии.